Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Уходи, ублюдок! Ты живой? Встать, рядовой! Давай, поднимайся! Так, внимание! Предположительно, имеет место нашествие ксеноморфов. Так что, готовьтесь! Твари этих бьют только на расстоянии! Не только кислота превратит вас в шкварки! Ну все, бойцы! Начинаем операцию! Посмотрим, что тут творится. Есть контакт! Движение прямо над нами! Контакт! Координаты цели.
386. Ничто на этой планете не напоминало о далеком доме. Но Вейланд и Дани всегда смотрит в будущее. Мы создаем новые миры для всех людей. Вейланд и Дани, мы новый мир построим. Ничто на этой планете не напоминало о далеком доме. Но Вейланд и Дани всегда смотрит в будущее. Мы создаем новые миры для всех людей. Вейланд и Дани, мы новый мир построим. Курсант, жив пока? Уже хорошо. Отлично, курсант. Теперь перезагрузи систему с помощью рубильника. Найди рубильник. Его помощью отключи систему. Хорошо, погоди минуту, а потом уж включай. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь можешь снова включать систему. Проклятье! Что случилось? Вижу движение. Проверь границы. Уходи оттуда! Найди остальных!
живо, курсант! Оно еще рядом! Подожди, я же сохранила настройки управления. Перевожу пар в трубы в коридоре. Он убежал! Будь свободен, вперед! Осмотри труп, курсант. Вебстер не вышел сегодня на дежурство. Говорят, его перевели на завод, но я не верю. Особенно если вспомнить о других исчезновениях. От нас что-то скрывают. Явно заодно с этими тварями. Ты пропустил такую драку, тут повсюду кишат ксеноморфы. Заниматься охраной. Почему я вечно разгребаю всякую дрянь? Чёртова текила. Со мной обращается как с дерьмом, а с этого желторотика только что пылинки не сдувает. Я так скажу, это все лишняя трата времени. Новичок, считай, что труп. Прямо перед тобой. Это не свои.
Я заперта в соседней комнате, возле двери аварийный генератор. Для генератора нужны энергоячейки. Я видела, они там были. Знаю, сколько нас осталось. Эти твари повсюду. Похоже, хотят взять нас живыми. Не знаю, зачем. У нас нет оружия. Мы не знаем, что происходит. Но кто-нибудь придет за нами. Должен прийти. Молодец, курсант. Теперь мы квиты. Как твоя голова? Заходи, бери импульсную винтовку. Не понимаю, чего хочет добиться Вейланд Ютани. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению этих тварей. И я даже думать не хочу о тварях, которые выскочили из ниоткуда и уничтожили Марлу. В общем, отсюда я вроде бы могу управлять некоторыми системами колонии. Отлично, есть энергия. Повторите. Это Конор. Мой отряд сейчас в клубе. Тут есть электричество, освещение, вентиляция. В общем, все, кроме выпивки. Стоп, засекла движение. Черт, похоже, мы разбудили соседей. Нам нужна помощь. Тут что-то очень странное. Конор, могу отправить к вам одного бойца. Он малость неуклюжий, но ксеноморфов бьет хорошо. Отправляйся в клуб и обеспечим огневую поддержку. Я должна остаться здесь и наладить работу сторожевых орудий. Задаем жару. Что это такое? Какое-то гнездо? Это что, новый вид ксеноморфов? Это рядовой Гибсон. Я иду навстречу курсанту. Нам пришлось отступить. Там была настоящая бойня. Я поднимаюсь на лифте. Осторожно, не пали без разбора. К тебе идет рядовой Гибсон. Уже почти. Держись. Гибсон? Черт! Ксеноморф повредил какие-то провода. Черт! Лифты сломаны! Попробуй что-нибудь с этим сделать! Вижу движение. Несколько объектов. Держись, курсант! Thank you.
сломала систему. Заходи в лифт, я вытащу тебя. Текила, это отряд Эхо. Мы потеряли связь с Гибсоном. Отряд Эхо, Гибсон убит. Отправляю к вам курсанта. Вы с ним побережней. Ему не сладко пришлось. Не беспокойся, Текила. Примем как родного брата. Не знаю и половины парней, с которыми высадился. Но это и не важно. Все равно их всех сожрали, эти твари. Если ты нашел это, брат-десантник, передай весточку моей девчонке. Скажи, я очень старался вернуться к ней домой. Добро пожаловать в основной лагерь, курсант. Ну что, прошел через хорошую заварушку, приятель? Мы блокируем этот коридор. Иди наверх. Держись, парень. Жить будешь. Бегом, курсант. Мы нужны наверху. Движение. Идем. Почему они просто убегают? Оценивают нашу защиту, рядовой. Какого? Что случилось со светом? Они отключили. Сразу несколько сигналов. Орудие перегревается. Они уже у гермостворки. Курсант, спускайся вниз! Они лезут прямо из стен! Первое орудие вышло из строя. Найди управляющий ноутбук и включи орудие. Вот и все. Вот и все. Мы правильно. Человека через вентиляцию. Объединяемся! Нолан? Черт! Похоже, мы остались одни. Не снижаем бдительности. Убита! Убита! Это Текила. Курсант, как слышишь меня? Не могу поверить, что нам удалось выжить. Отряд Чарли уже в пути. Им, может быть, нужна помощь. Иди к баррикаде. Идем. Дверь закрывается. Какая чертова крыса приказала нам отступать в тупик? Эй! Я попробую пролезть! Перелезай! Живо! Thank you.
быстрее в лифт. Тебе с ним не справиться. Это Текила. Внимание, начинаем тактическое отступление. Всем к точке эвакуации. Надо как можно скорее убираться отсюда. Канализация проходит под всей колонией, курсант. Иди по канализации назад к ангару. Живо, солдат! Дерьмо с тебя смоешь на корабле. У тебя гости. Беги. Скорее. На другом конце туннеля в канализации нет. Черт, опять они. Уноси ноги. Беги. Главному коридору, потом направо и вниз по лестнице. Следуй за указателем цели. Похоже, ей нравится тепло.
своими яйцами, а я попытаюсь включить систему управления. Западный выход закрыт. Блокировка завершена. Как слышно, курсант? Я уж думала, ты погиб. Я в кабине Тайфуна. Не могу засечь твое местоположение. Заросли густые, но мы тебя отыщем. Найди радиовышку и включи ее. Оставайся рядом с ней, и мы найдем тебя. Твое местонахождение. Говорит Тайфун. Сигнал получен. Мы уже идем к тебе. Будем пролетать над тобой через 5, 4, 3, 2. Эй, курсант! Пора возвращаться домой! Черт! Мы под обстрелом! Мы под обстрелом! Яспит! Яспит! Мэй-мэй! Не вижу стрелка. Кто может по нам стрелять? Помогите мне, и я приведу вас к вашим друзьям. Меня зовут Катя. Я работаю... Работала ответственным администратором этой колонии. Мне непременно надо получить данные, которые вы найдете там, в главном здании. Ваша задача — найти энергоячейку и подключить все серверы главного здания к сети. Thank you.
ячейка должна быть в одной из маленьких пристроек. Катя, как она говорит, как улыбается. Сегодня утром я заговорил с ней в столовой и не понял, почему надо мной смеются. Эти штуки стали выглядеть совершенно как живые. Отнесите энергоячейку в главное здание. Я передала вам координаты. Спасибо, рядовой. Здание подключено. Поднимитесь наверх и подключите сеть. Сюда! Немедленно уходите оттуда, рядовой. Я не знаю, что это за существо. Уходите. Пойдите в бой. Уходите. Осторожно, рядовой. Уверена, это существо гораздо лучше вас. Путь свободен. Будьте осторожны. Вы мне нужны. Данные, которые вы помогли мне достать, касаются Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Ютани. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Десантный катер был сбит над этими пещерами. В джунглях ксеноморфы кишмя кишат, а гнезда их мы так и не нашли. Появились сообщения о новой форме ксеноморфа. Мы такой еще не видели. Говорят, она быстрее, сильнее и опаснее. Эх, плохо наше дело. И где там Ван Зант с его парнями? Thank you.
Куда? Она попалась. Скорее, рядовой. Сегодня был срочный разговор с мистером Вейландом. Я должен собрать свою команду и немедленно отправиться на БЖ-386. Говорит, там нам предстоит открытие, которое двинет науку вперед на десятки лет. Похоже, людей Вейланда интересовали руины. Осторожнее. Корпорация могла направить сюда боевых андроидов. Анабиоз наступает недостаточно быстро. Мне отчаянно хочется, чтобы недели путешествия, отделяющие нас от колонии Фрея, уже прошли. Кажется, там перед нами откроются великолепные возможности. Когда Вейланд встретил меня на посадочной площадке, он был явно взволнован. Исследовательский корпус поражает, но гораздо больше меня поразил взгляд Вейланда. Он весь поглощен какой-то идеей. Никогда еще я не видел его настолько оживленным. Курсант, как ты тут оказался? Как нельзя кстати, рядовой. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. Парень, вон там для тебя припасен пулемет. Хватай, сейчас к нам пожалуют гости. На кусочки! Открываю огонь! В атаку! Вы слышали? Есть!
катера! Неужели? Черт, они тоже погибли? Пошли. Надо спасать Текилу. Куда он делся? Что это вообще за тварь? Похоже, остались только мы с тобой. Действуем так. Прикрывай меня, а я прикрою тебя. Готов. Вы слышали? Десант, не расслабляемся. Отлично, рядовой. Вы справились. Не удается установить связь с системой в этой точке. Корпорация держала ее в тайне от меня. Загляните в кабину. Вдруг там найдется что-то полезное.
Я нахожу все новые подтверждения моей теории о взаимоотношениях охотников и ксеноморфов. Ксеноморфы – священная добыча, побеждая которую, охотник проявлял свою отвагу и искусство. Для охотников ксеноморфы были воистину самой опасной добычей во Вселенной. Выходи, ублюдок! Я знаю, это нелепо и смешно, но боевые андроиды нервируют меня больше, чем любой ксеноморф. Они так похожи на людей, но при этом, по сути, бездушные куклы. Спасибо. Я на связи. Доступ к их аппаратуре. Стойте. Вижу сигнал десантника. Это, наверное, ваш друг. Она жива? Я открыла дверь. Вероятно, они изучали то, что за этими стенами. Вернувшись сегодня в обиталище королевы, я испытал чувство, близкое к благоговению. Представьте себе существо, запертое во мраке на десятки тысяч лет, и при этом сохранившее сознание и живой разум. Может ли человек представить себе столь невероятную стойкость? Курсант! Черт, как ты меня нашел! Колонист, что ли? Я... ваш друг. Я помогу. Звучит заманчиво.
Как только нас сбили, на нас напали ксеноморфы. И среди них был один здоровенный, раза в два больше обычного. И визжал он просто оглушительно. Никогда не слышала такого. Так значит, больше никто из наших не выжил. Поразительно, наш бравый курсант пережил самых крутых бойцов. Ты, видно, в рубашке родился? Ого, какое оно огромное! Понятно, почему они не подпускали сюда колонистов. Вот где начались все беды. Обещаю, что тебя никто не будет преследовать. По крайней мере, никто из моего персонала. Черт! Ты его только послушай. Он за это заплатит. За все. Это его вина. Согласна. Стабилизируем ваше состояние, капрал. Не спорю, но если я все равно взорвусь, предпочитаю сделать это поближе к этому ублюдку. Успокойтесь. Высокий уровень адреналина может активизировать паразита. Как скажешь, красавица. Проклятая личинка не дает вздохнуть! Рядовой, я должна как можно скорее помочь Каправу. Помню, как-то раз я заметил паука скакунчика. Кроха размером с чечевичное зерно остановилась и посмотрела на меня. И я тогда подумал, чем сейчас занят ее крохотный мозг. С ужасом понимаю, что примерно так же ксеноморфы думают о нас. Вы меня утомляете. Мои спецотряды пытаются удержать ксеноморфов. Любое вмешательство может привести к тому, что они вырвутся на свободу. Не стоит вмешиваться не в свое дело. Будьте разумны. Уходите из лаборатории и ждите эвакуации. Это последний шанс. Похоже, он о себе высокого мнения. Давай, мне очень больно! Черт! Мерзкие твари! Похоже, они отсюда не выберутся. Давай, надо идти. Наблюдается повышенная активность ксеноморфов. Требуется введение карантина. Поведение Вейланда становится все более беспорядочным. Является ли его одержимость частью кода личности, или это ошибка репликации между моделями разного поколения? Я знаю, что он не любит меня. Возможно, я слишком напоминаю ему его самого. Вносите Капрала в операционную. У нас аварийный генератор. Я подключусь к станции Вейланда в пирамиде. Все готово. Только бы никто не заметил утечку. Катя, я так и знал. Деятельность этой станции жизненно важна для военных питаний. Любое вмешательство — это акт саботажа.
по уставу корпорации. Давай, давай. Ты неудачный экземпляр, Катя. Производственный брат. Знаешь, что ты пытаешься сделать? Я это прекращаю. Нет, мистер Вейланд. Карл, не надо! Ты отправила сигнал СОС, вызвав сюда десант. Вопреки интересам компании. Считай это дисциплинарным взысканием. Придумала. Анабиозная ванна. Это последний шанс. В анабиозной ванне мы сможем доставить Капрала туда, где ей окажут помощь. Это все, что мы можем сделать. Сейчас. Приветствую. Рада познакомиться. Пожалуйста, не волнуйтесь. И, пожалуйста, не называйте меня искусственной личностью. Я та, кто я есть. Андроид. Я дитя корпорации, но я на вашей стороне. Поскольку ваш крейсер и все десантные катера уничтожены, есть только один способ покинуть эту планету. Вот. Видите прибор в руках Вейланда? Это его коммуникатор с аварийным передатчиком. По сигналу прилетит его личный спасательный катер. Я займусь подготовкой к котлету. Отправляйтесь в пирамиду и захватите коммуникатор. Я встречусь с вами там. И вот что. Передайте мистеру Вейланду наилучшие пожелания. Коммерция – основа достижений человека. Выход на новые рубежи, открытие новых ресурсов, создание новых технологий, рождение новой надежды. Вейланд и Тани, мы построим новый мир. Здравствуй, солдат. Понимаешь теперь? Великолепие, величие. Все слова меркнут перед таким зрелищем. Это ценнее, чем любая жизнь, солдат. А ты
хочешь мне помешать? Коридор оснащен чем-то вроде голографической системы. Несмотря на ее возраст, полагаю, система по-прежнему в рабочем состоянии. Однако мы не знаем, как она приводится в действие и что должна отображать. Мы здесь всего лишь незваные гости. Нам неизвестно, как работает этот комплекс. Вейланд дал нам не слишком много времени. Скоро научная бригада займется расшифровкой хранящихся здесь данных. Мы были правы. Это гробница, построенная охотниками, чтобы воздать почести великому королю или воину их расы. Невероятно, сколько удалось узнать, исследовав одну лишь комнату. Рядовой. Рад встрече, наконец-то. Я давно слежу за тобой. Ты опасный противник. Ты борец, как охотники, хозяева этого мира. Как ксеноморфы, их дичь. Как я. Просто у меня больше опыта. Хорошо. Не задумывался, кто снабжает ваши войска оружием? Мы с КДВ, старые друзья. По факту я и хозяин. А значит, и твой тоже. А когда собственность перестает приносить пользу, она устраняется. Уничтожишь. Ах!
Я создан из мягкого, податливого материала. Я должен измениться, стать таким же неукротимым, как вы. Представь себе, ваша природа, помноженная на технологии охотников. Мы станем величайшей силой во Вселенной. Я обладаю знанием и опытом веков, но мне не хватает единственного мгновения, которому я обязан собственной личностью. В это мгновение Карл Бишоп Вейланд впервые увидел их обоих. Двух существ, каждый из которых по-своему совершенно, каждый из которых бесценно по сути своей. И в этот миг мой предок, предшественник, моя матрица, он увидел мое будущее. Место посадки. Коммуникатор. Последний шанс. Коммуникатор, солдат. Подальше от этой планеты. Это коммуникатор. Сэр, коммуникатор у нас. Никаких проблем. Да, мы взяли экземпляр живьем. Передаю данные с коммуникатора. Старт. Эта операция дорого обошлась нам. Надеюсь, мой предшественник верил в нее не напрасно. Боже, он оказался прав. Немыслимое сокровище. Координаты родной планеты ксеноморфов.